Торжественные мероприятия в честь официального дня города прошли в Петропавловске. 17 октября камчатская столица отметила 284-ю годовщину со дня основания. Праздник состоялся у памятника Витусу Берингу. Участие в нем приняли первые лица края и города, почетные граждане, представители силовых структур, общественные организации, жители и гости города. Со словами поздравлений к присутствующим обратился губернатор Камчатки Владимир Солодов. Я искренне поздравляю с сегодняшней праздничной датой, с днем рождения нашего города, который отмечает 284-ю годовщину со дня основания. Наш город, этот город в первую очередь людей труда, которые каждый день двигают его вперед, развивая нашу Камчатку. Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы город стал еще более красивым, более комфортным, более удобным, более нарядным. И уверен, что вместе у нас все получится, и мы шаг за шагом, изо дня в день будем делать наш город все более привлекательным, красивым и удобным. Также гостям мероприятия с приветственным словом обратились председатель законодательного собрания Ирина Унтилова, исполняющий полномочия главы города Евгений Беляев, председатель городской думы Андрей Лиманов. Очень символично, что мы поздравляем наших уважаемых граждан почетных именно в день рождения нашего города. Да, самое ценное, что есть на этой земле, это люди. Спасибо вам за то, что вы есть. Вы наша гордость. Все почетные граждане города. Ну и с праздником, наш любимый город. Военнослужащие возложили гирлянду славы к памятнику основателю города, мореплавателю Витусу Берингу, после чего прозвучал троекратный салют. Представители края и города и все присутствующие возложили цветы. Позднее у галереи почетных граждан состоялся традиционный ритуал торжественного посвящения в почетные граждане города. Напомним, в этом году звание почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского присвоено двум землякам, внесшим большой вклад в развитие краевой столицы, Андрею Борисовичу Иванову и Антону Петровичу Сельницкому. Для меня это действительно большие эмоции. Действительно, дали оценку моего труда, мои земляки, граждане города, мои друзья, соратники. Для меня это действительно очень большая честь. Как говорится, вот где родился, там и пригодился. Вот. И сегодня вручили эту награду. Я счастлив. Также почетным знаком за заслуги перед городом был награжден Сергей Вахрин. Он в течение многих лет занимается литературным трудом, восстанавливая и пропагандируя историю Камчатки. Напомним, 17 октября 1740 года – официальная дата основания Петропавловска. Именно в этот день в Авачинскую губу вошли корабли второй камчатской экспедиции – пакетботы святой апостол Петр и святой апостол Павел под командованием Алексея Чирикова и прославленного командора Витуса Беринга.